Сегодня мы с вами поговорим о библиографическом описании составной части ресурса. Мы остановимся на нескольких важных моментах, которые необходимы для того, чтобы делать эти библиографические описания правильно. Про целый ресурс, про ГОСТ-2018, разделы 5-6, это у нас предстоит вебинар в январе. А сегодня мы остановимся на самом, наверное, актуальном для студентов, для магистрантов, для аспирантов. Очень часто мы используем цитаты или заимствования из статей. Статей из периодических изданий, из сборников. И не всегда корректно, к сожалению, мы это делаем. Одни и те же ошибки. Вот чаще всего, составляя списки литературы и источников, мы имеем дело со статьями из сборников журналов периодических или сборников материалов различных. Конечно, могут быть и другие источники, но сегодня мы вот на этих двух лидерах с вами остановимся. Казалось бы, все просто и понятно. Ой, 100 раз уже делали, и каждый раз мы спотыкаемся на одни и те же грабли. Каждый раз выползают одни и те же ошибки. Ну, казалось бы, ой, да чего тут такого сложного? Подумаешь, статья, вот, но до сих пор в списках появляются вот такие описания. Это реальные примеры описаний из разных списков. Не буду говорить, чьих. Магистранты, аспиранты и даже преподаватели, научные руководители иногда вот в таком виде предоставляют списки. Из списков выбрал только то, что касается нашей сегодняшней темы, да, составная часть ресурса, то есть какие-то статьи, какие-то части из сборников, либо из журналов. Ну вот можете посмотреть, вот так вот оно выглядит, здорово, правда? Второй и третий источник вообще вызывают дикий восторг и изумление, да, что это, как это? Дальше мы как раз на его примере посмотрим, что это и как это, и как это удалось установить. Последний пример, тоже очень интересная вещь. Вот не слово из песни, вот как написано, вот ровно так я вам и привожу. Да? Вроде бы две косые черты стоят в четвертом нашем вот этом описании, но за ними что стоит? Ну, то есть человек знает, что если составная часть ресурса, то надо две косые черты поставить, слава богу, это мы знаем. А что за ними писать? Увы. И вот этот четвертый пример, он вообще очень загадочный. То ли это составная часть, то ли это целый ресурс. Потому что в конце, посмотрите, как указано, то ли страница 128, то ли страниц 128. В общем, это целая загадка. Вот в описаниях, которые составляются нашими уважаемыми магистрантами, аспирантами, не буду перечислять всех, не библиографами. Очень часто мы вот с таким сталкиваемся. Это реальный квест. Вот на курсе у нас такой квест будет. И тут без проведения такого исследования, расследования, прям превращаешься, не знаю, мисс Марпл, Мегре, Пуаро и Шерлок Холмс в одном лице. Да, еще Алиса Постиг до кучи. С тем, чтобы найти вообще, что это такое. И вот это занимает огромную кучу времени. Это хорошо, когда мне некуда спешить. Да? Или у меня есть навыки этого поиска, и я могу посидеть, покопаться, разобраться. И это действительно интересно. Но когда время ограничено, и вам через 2 часа нужно сдать работу уже полностью готовую, а у вас вот таких квестов полна коробочка, тут, конечно, уже не до интереса. Тут стресс по полной программе и ступор. А все из-за чего? Из-за того, что мы не знаем структуру библиографического описания. Написал бы автор правильно, нам осталось бы только со страницами разобраться, да, если бы вторая часть была оформлена верно. А так возникает вопрос. Мало того, там еще эту книгу пойди найди, если это книга. Да, что это такое? Это книга, это сборник, это вообще что? Вот с такими вещами мы очень часто и сталкиваемся. Любовь Воронец-Левинская, вижу ваш вопрос. В конце нашей встречи отвечу, хорошо, по поводу курса еще раз повторю, так что не волнуйтесь, в конце еще раз расскажу.
И вот до сих пор мы вот такие вот реальные примеры с вами имеем. Это не вина тех, кто это писал, это скорее их беда, значит, не встретилась им понятная методичка или не было каких-то понятных, внятных рекомендаций, которые давали бы быстрый ответ на вопрос, а как тут сделать, а как это сделать и почему. Да? И самое главное, плюс к этому всему еще отсутствие понимания и владения основами вот этой библиографической грамотности, хотя бы на уровне понимания терминов, что чем называется. Без этого сориентироваться в том же ГОСТе, куда любят нас отправлять, особенно научные руководители, идите в библиографические ГОСТы, смотрите в ГОСТе, там все есть. Там не все есть, во-первых. Во-вторых, чтобы найти ответ на вопрос, иногда приходится очень сильно перелопачивать весь ГОСТ от корки до корки, с ног на голову и в обратном порядке. И еще учитывать, что он написан вообще-то не для студентов, там язык-то очень такой специфический, да? Но если мы хотя бы понимаем термины, о чем идет речь, нам легче сориентироваться хотя бы в разделах, нам быстрее найти. Если не знать термины, то это будет как ориентироваться в карте города на корейском языке. Все равно мало чего мы в этом поймем. Ну и самое обидное, когда на этих нюансах спотыкаются сами преподаватели, научные руководители. Обидно вдвойне. Потому что к ним придут их подопечные выпускники, дипломники, студенты, пишущие курсовые, магистранты, аспиранты с вопросами, со своими списками, а что может сказать и чем может помочь научный руководитель, который сам на это все смотрит с большим ужасом. Какой-то птичий язык библиографических описаний, в котором я ничего не понимаю. И вот оттуда идет, идите в ГОСТ. Ну вот... Как в этом ориентироваться и что вообще-то нужны какие-то основы, даже не библиографам, для того, чтобы в этом разобраться. Ну, про них мы сегодня тоже чуть-чуть поговорим, а на курсе более подробно. А еще у нас может встретиться вот такой пример оформления источника информации в списке литературы. Да? Вот нет-нет, здесь все вроде бы с ним в порядке. Догадались, откуда это взято, что это за примеры, вообще, что это такое? Сразу говорю, с ним вроде бы все в порядке, почти. Кроме одного «но». Это не библиографическое описание, это ссылка. Ссылка, которую, если знать хитрый маневр, можно быстро переделать в библиографическое описание, но для того, чтобы ее вот так трансформировать, нужно понимать, что поправить, где и как. А для этого важно понимать схему библиографического описания, составной части ресурса. И как она соотносится со схемой описания целого ресурса, какие правила здесь действуют. И вот тогда нам легко найти шпаргалку, нам легко найти подсказку, нужную схему, нужный образец. И если они есть в методических рекомендациях, и тогда мы просто, расставив правильные знаки, хотя бы в таком виде, но сделаем описание правильно, да, что-то поменять, что-то добавить, что-то поправить, и у нас получится, в общем-то, очень приличное библиографическое описание. Если же мы этого не знаем, если же мы не понимаем, чего откуда берется, почему здесь этот знак, а здесь вот этот знак, то есть мы не знаем структуру библиографического описания составной части ресурса, вот тогда любые подсказки, шаблоны, алгоритмы и схемы будут нам не в помощь, они нам не помогут, и мы будем опять, как белка с гранатой, метаться по еловым веткам, да, не зная, что с этим делать. Вот, поэтому для нас важны три момента, самые основные. Конечно, там много нюансов. На мастер-классе мы смотрели вот с коллегами, там много разных хитростей, много разных нюансов. Все мы сегодня с вами, конечно же, не разберем, но с этими нюансами на курсе мы работать будем. Ну, сегодня только самое основное, самое простое. Перед Новым годом, чтобы сильно не утруждать свой мозг. Да? Настраиваемся на праздник. Так вот, три важных момента, несмотря на все праздники, которые нам нужно знать.
Где искать в ГУСТе библиографическое описание составной части ресурса, а это специальный раздел, какие есть знаки различия, какие знаки предписанной пунктуации применяются, ну и такие общие моменты, которые объединяют, роднят библиографическое описание составной части с описанием ресурса, с описанием целого ресурса. И два важных момента. Особенности описания составной части ресурса до двух косых черточек и идентифицирующего ресурса после двух косых черточек. Вот три самые основы основ, зная которые, уже не вдаваясь в какие-то глубины и нюансы, конечно, будут возникать и более сложные вопросы, но это уже отдельная песня, но хотя бы на привычные нам статьи из журналов и из сборников мы спокойно можем, пользуясь схемами, составлять библиографические описания, если мы знаем, откуда это взято. Да? Определили источник. Кстати, вот в начале года у нас учебного, в сентябре, по-моему, или октябре у нас был вебинар про источники, как определить, как отличить. Вот это первый шаг, который мы делаем. То есть сначала мы определяем, откуда эта составная часть, откуда эта статья. Это периодический журнал или это сборник? А если сборник, то какой? И только после этого мы делаем библиографическое описание. Выбираем нужную шпаргалку и, пользуясь ей, делаем библиографическое описание. Для небиблиографов вполне нормальная ситуация. Так и должно быть. Вот самое главное – определить, что это и откуда. И после того, как мы определили, мы тогда идем к нашим описаниям. И что является вот такой составной частью ресурса, да, что сюда относится? К составной части ресурса в ГУСТе относят вот три этих варианта. Это может быть самостоятельное произведение или самостоятельный раздел ресурса, вот то, что мы, как раз наш случай, поэтому он так и выделен жирненьким, да, цветом зелененьким, наша сегодняшняя тема. Есть еще часть ресурса, имеющая самостоятельное заглавие. Или часть ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделенная там в каких-либо целях библиографической идентификации. Это чаще всего книги. Например, параграфы, главы, которые имеют самостоятельное заглавие, или хрестоматии, или собрание там, методические рекомендации, называется книга, но каждая глава или там статья написана отдельным автором. У нас интересует только какой-то конкретный автор. Вот как в четвертом примере в начале нашего вебинара. Это методические рекомендации, да, для детских садов. Но все статьи, которые там опубликованы, или разделы, они главы, по-разному могут называться, да, они написаны разными авторами. И мы можем ссылаться, нас интересует только один автор, только одна работа там, по какой-то нашей теме. И мы ссылаемся только на него, а не на всю книгу. Или нам это необходимо выделить, мы, например, занимаемся исследованием там, творчества или работ отдельного конкретного автора. Есть вот такой коллективный там, сборник или коллективная монография и отдельная глава, написанная этим автором. И вот именно она нас, естественно, интересует, остальные нет. Вот тогда мы можем сделать описание на составную часть. Вот эти две серенькие, либо одна, либо вторая. Все зависит от целей, да, для чего мы это делаем. Если такой необходимости нет, то мы будем оформлять как все наши заимствования, как на целый источник, и просто делать ссылки, да, нужные, не выделяя какую-то составную часть. То есть вот здесь опять нужно понимать, да, для каких целей нам это нужно нам выделять, или на целый источник можно сделать ссылку. Но нас интересует первая часть. Мы так немножко вот все-таки углубились, да, в разбор. Но нас интересует первая часть, когда речь идет о статье. Что здесь самое важное? Из знаков предписанной пунктуации. Вот те самые знаки, когда мы начинаем говорить, ой, я что-то запутался, чего куда ставится, ставится, не ставится. Один из вопросов мне недавно задали. А что, разве для описания статьи точка-тире ставится? А как же? А что же еще-то? Ну, вообще-то точка. Почему? Оказывается, человек брал описание, копируя,
Вот как наш пример был, да, вроде бы правильная, но это ссылка с киберленинки. Вот наш пример тоже был из киберленинки. Как цитировать мои работы? Но там же написано, как цитировать ее работы. Да, там универсально написано для ссылок в библиографическом описании, что составной части, что целого ресурса, знак, точка, тире, основополагающий. Это скрепляющий раствор, который соединяет всю структуру нашего здания библиографического описания. Как видите, точку, тире, все, это библиографическое описание. Убираем тире, оставляем точку. Это уже ссылка. Поэтому вот здесь, так, сейчас мы вот где у нас. Вот. Вот эта ссылка, видите? Оп, увидели. Ага, тире нету. Только одна точка. Значит, это, скорее всего, ссылки. Это речь идет о ссылках. Вот, значит, надо переделать. Мы уже первый знак знаем, что нужно сделать. Нужно вместо точки поставить точку тире, причем не просто точку тире, а тире, отделенное двумя пробелами с двух сторон. Вот это особенность знака. Он читается как один знак, но тире у нас на коротком поводочке пробела с точкой соединено. Это один знак. Точно так же. Две косые черты, или как студенты говорят, double slash, современнее. Это тоже один знак. И тоже отделяется пробелами. Но до двух косых черточек и после двух косых черточек. Между ними ставить не надо. Попался мне однажды такой вариант. Мы уже сказали, что там пробелы с двух сторон. Но это же один знак. Поэтому вот так. И, соответственно, когда мы сталкиваемся с вопросом, когда, где, чего ставить, какой знак, что нам понадобится. Знаки предписанной пунктуации. Что для составной части ресурса, что для целого ресурса. Вот вам подсказка. ГОСТ Р7100-2018. 0. 100. Чувствую что-то не то. Так, вот здесь 7, 0, 100, 2018, библиографическое описание. Четвертый раздел, общие положения, пункт 4.6. И вот с подпунктов 4.6.1, 4.6.11, не пугайтесь, их много, но они короткие, это объяснение знаков предписанной пунктуации. Вот все, что касается этого вопроса, можно в этих пунктах посмотреть. То есть мы знаем, что между областями библиографического описания ставится точка тире. Внутри областей могут быть разные знаки. Какие? В четвертом разделе можно посмотреть. Там есть и табличка, очень такая хорошая табличка в самом ГОСТе областей. И какие знаки ставятся между областями точка тире, а внутри там где запятая, где двоеточие, где точка запятой. Вот они как раз там расписаны. Вот там можно посмотреть. Либо воспользоваться нашими презентациями, где мы это тоже подробно разбирали. И в январе еще будем разбирать по знакам предписанной пунктуации. Вот мы уже знаем, где нам в ГОСТе посмотреть ответы на вопрос, если он связан со знаками, какой знак здесь поставить. Вот сюда. Структура самого библиографического описания статьи. Да, мы будем составной части ресурса, будем называть ее статьей, как пример, который мы взяли. Самое главное, соединительный элемент, да, но до и после есть определенный набор элементов, который у нас должен быть. Что это за элементы? До двух косых черточек, вот вам даже в картинках рисую, все, что связано со статьей. С текстом, с автором, всякие дои и прочее. Все-все-все, что касается текста самой статьи. До двух косых черточек. Именно вот эта часть описания называется описание составной части. И вот здесь можно запутаться. Мы называем составной частью вообще вот это все описание, и первую, и вторую часть. И в то же время составной частью называется до двух косых черточек. Поэтому
для себя. Ну, вот так вот в гости прописали, и теперь нам с этим жить. То же самое, как с новым ГОСТом по ссылкам на электронные документы. Везде, везде мы их называем ресурсом, а там вдруг бац, и опять мы его называем документ. Почему? А потому что ресурс, это может быть вот сама статья, например, и ресурсом мы называем еще сайт, например, научного журнала, где эта статья размещена. Тут ресурс и там ресурс, поди разберись. Поэтому мы на курсе, например, договариваемся, что вот там, где статья размещена, если речь идет об электронных ресурсах, мы говорим информационный ресурс, то есть он содержит какую-то информацию, да, много-много разной, и там еще наша статья. А вот саму статью мы все-таки называем ресурсом, ну, чтобы вот разделить эти понятия. Ну вот вроде ушли от слов документ, и вдруг бах, в одном из ГОСТов опять вроде к нему вернулись, и вот, чтобы путаница не возникала, ну лучше как-то приходится выкручиваться. То же самое и здесь, поэтому вы можете просто для себя, чтобы не запутаться в этих, где какой составной ресурс и о чем идет речь, библиографическое описание составной части ресурса, это значит про все. А если говорим до двух косых черточек или просто описание, библиографическое описание составной части, значит, речь идет о том, что до двух косых черточек. Еще проще, вы просто вот запоминайте по картинкам, что все, что про статью, до двух косых черточек. Все, что после двух косых черточек, это про саму, про сам сборник, про саму книгу, про сам журнал, где эта статья размещена. Вот просто разделите у себя в голове вот так вот, да. Это про статью, а вот это про... И вот это называется идентифицирующий ресурс. Где размещена эта статья. И тогда в ГОСТе вам легко ориентироваться. Если вы видите идентифицирующий ресурс, это значит то, что эти пункты ГОСТа касаются... После двух косых черточек. Если нет, и идет просто про составную часть, это то, что касается до двух косых черточек. Ну, вот так приходится ориентироваться. Ну, а что делать? Какие элементы должны быть в первой части? Заголовок, основное заглавие, статьи, сведения об ответственности, статьи, ДОИ, статьи. Вид содержания средства доступа, ну, в зависимости от того, печатный у нас источник или электронный. В данном случае у нас будет только два варианта. Да? Ну, может быть, какие-то еще появятся, но пока вот в основном два варианта. Либо текст печатный, это значит, мы читали печатный журнал, либо текст электронный, значит, либо электронная версия журнала, либо чисто электронный журнал, не имеющий печатной версии. Да? То есть, как мы ее читали, вот это мы сюда и пишем. Вот, смотрите, название. Те же самые практически, вот это еще называется идентификатор, да, ресурса, область идентификатора для целого ресурса. Ну, мы просто выделили, потому что здесь только DOI используется, вот куда его писать. Вот они в таком порядке, они и размещаются. И знакомые нам уже термины здесь появились, основное заглавие, сведения об ответственности. Это то, что мы видим и при описании, библиографическом описании целых ресурсов. Видите, те же самые. Вторая часть. Сведения об идентифицирующем ресурсе. Сведения о местоположении составной части в ресурсе и примечания. Примечания в целом ресурсе у нас тоже такое было в структуре. Сведения о местоположении – это... То, что в библиографическом описании целого ресурса называется область физической характеристики. Только там мы говорим, сколько страниц в книге, а здесь мы говорим, на каких страницах расположена эта статья. То есть нам понадобится первая и последние страницы. Смотрим номера, ну и вот их ставим. И сведения об идентифицирующем ресурсе. Здесь написано вот так, но областей элементов там может быть несколько. В основном это основное заглавие, но всего ресурса, не статьи. Вот здесь идет основное заглавие составной части, то есть основное заглавие название статьи, а здесь будет у нас тоже основное заглавие, но название журнала. Сведения об ответственности.
авторы статьи, а за двумя косыми черточками тоже могут быть сведения об ответственности, но там будут авторы, редакторы, составители, научные редакторы и так далее этого сборника или журнала, если это необходимо. Да? Периодически в журналах мы это не пишем. А в сборниках, книгах, да, это будет. И, в общем-то, вот в эти сведения включаются те области и элементы, которые присутствуют и в библиографическом описании целого ресурса. То есть, если мы знаем библиографическое описание целого ресурса, вот здесь оно будет применяться во второй части идентифицирующего ресурса. Вот здесь эти правила и пункты ГОСТа, они нам понадобятся. Вот они как раз здесь будут работать. Если у меня есть схемы и подсказки, шаблоны целого, как делать на целый ресурс, то вот здесь они очень хорошо могут пригодиться. Еще один вариант схемы. Что где находится в самом описании и как ориентироваться в самой схеме. Вот пример статьи. Из журнала. Вы видите, здесь никакого URL нет, даты обращения. Это печатный журнал. Вот он заканчивается у нас на странице. И вот как все то, о чем мы только что с вами говорили, располагается в схеме. Область примечания серенькая, потому что она не используется здесь. Это печатный вариант. Вот здесь три больших таких блока будет. Заголовок. Это отдельная история. По заголовку у нас новый ГОСТ вышел 2023 года, поэтому его используем. Вот оно, основное заглавие статьи, вот такое большое. Вот они, сведения об ответственности. DOI у нас нет, потому что это не электронное издание печатное. Текст непосредственный. Все. Вот она, первая часть у нас закончилась. Вторая часть, сведения об идентифицирующем ресурсе. Его делаем по правилам описания. Седьмого раздела ГОСТа, там, где вопрос касается периодических изданий. И можно посмотреть еще шестой раздел ГОСТа, сериальные издания, потому что периодические журналы, они относятся к сериальным. Там многочастные ресурсы, много частей. Поэтому шестой раздел. Седьмой раздел в первую очередь, потом шестой. И по этим правилам. Вот она схема. У нас уже здесь готово. Вот, с периодическими журналами мороки меньше. Если мы только не пользуемся акронимами, которые публикуют в киберлинге. Там вместо вопроса их теологии будет написано как-нибудь ВИ, например. И пойди узнай, что это за ВИ такое. Название журнала. Основное заглавие идентифицирующего ресурса. Это называется вот так. По-русски, название, по-человечески, название журнала. Следующая область. Видите, у нас внутри вот эти точки тире, они используются. Точно так же, как мы отделяли в описании целого ресурса между областями, ставили точки тире. Вот это основное заглавие. Вот это уже пошли сведения о производстве, распространении, публикации. Год, точка тире, а дальше нумерация. Вот как она приведена в источнике, так мы ее и указываем. Номер значит номер. Том номер значит том номер через запятую. Том выпуск, здесь вместо номер будет маленькими буквами вып.6. Но здесь мы можем сокращать. В основном заглавии нет. В основном заглавии мы не сокращаем. Пишем полностью. Здесь мы можем сократить. Точка тире страницы, где расположена эта статья. Вот они, сведения о местоположении составной части в ресурсе. Они тоже зелененькие, потому что они говорят не о всем журнале, они говорят только об этой статье. Поэтому вот оно. Все, что касается составной части, вот оно здесь у нас зелененькое, а все, что касается журнала, оно у нас вот другим цветом синенькое. Все. Вот печатный источник. Мы его прям по косточкам с вами разобрали. А вот вам то же самое, но уже с подсказками. Что, куда, чего мы пишем. Вот это
практически в готовом виде, методическая почти рекомендация, без только устных моих там каких-то пояснений или долгих письменных, но, может быть, не идеальный вариант, я не спорю, можно доработать, доделать как-то, усовершенствовать, придумать что-то свое на основе, но в части наглядности, ну, вот подсказка, что откуда, что чем называется, что откуда берется. Да, вот только основное заглавие немножко у меня сползло, его чуть повыше надо. Вот, видите, тут поднять, да, вот сюда носик. Вот цветами все даже постаралась разными цветами, разные элементы выделить. Можно вот эти части раскрасить под цвет, да, заголовок там черненьким, это там тоже зелененьким каким-то написать или там разными цветами. Тогда понятно. Вот как оно называется. Основное заглавие составной части. Вот оно. Сведения об ответственности. Вот они. Вид содержания средства доступа. Местоположение составной части ресурса. Основное заглавие ресурса. Год издания, нумерация. Зачем мы это сделали? Вот когда вас отправляют, иди ищи в гости, как здесь это указать. Вы уже знаете, что составной части ресурса посвящен отдельный раздел ГОСТа. Седьмой. Вы идете в седьмой раздел ГОСТа, и вы уже знаете, как называется та, вот это вот, то место, где у вас произошла запинка, где вы запнулись, где вы не знаете, что, как сделать. Вот вы и смотрите, да, как оно называется. Как, вот так они называются в ГОСТе. И вот тогда вам легче найти ответ на вопрос. В седьмом разделе ищем, что там написано. Идет отсылка, смотрите, там раздел пятый, или это дается по разделу там, шестому. Вы идете в тот раздел, но вы опять знаете, что вы ищете. Вот такие вот подсказки. Руслан, между точкой и тире должен быть пробел. В каком месте? В каком месте? Вот здесь, если, то да. Здесь пробел. А между квадратной скобкой и тире нет пробела. Сейчас давайте посмотрим, где здесь. А, да, вот здесь пробела нет. Давайте мы его сейчас исправим. Это, знаете, спасибо коллеге за подсказку. Вот оно. Вот здесь. Вот так вот. Точка. Вот здесь пробел, тире, пробел. Это когда беда презентации, когда начинаешь переносить описание в презентации или делать их здесь, вставлять, чтобы было не дефис, а именно тире, он иногда добавляет сам лишние пробелы. Вроде бы везде убираешь, но может вот такая вот вещь проскочить. Поэтому большое спасибо, что отметили. Молодцы, коллеги. Точка между квадратной скобкой и точкой пробела нет, а вот после точки, ой, вот здесь вот, да, пробел есть, тире отделяется пробелом. Да. Здесь пробел ставится, да. Но вот что касается вот этого вот, обычно используется пробел. Если ставите дефис, можно и так, и так. В общем-то, большой, еще не заворачивали работы, я не помню, что там завернули статьи, например, из научных изданий, что там, ой, между страницами у вас стоит дефис. Они сами ставят дефис очень часто. Поэтому, Андрей, не беда. Вообще в ГОСТе, если посмотрите, везде стоит не дефис, а пробел. Даже в образцах вот, 7.0.100, да, наш ГОСТ, вот там идет тире. Там идет тире. Но в студенческих работах, которые идут, не идут куда-то на публикации, иногда ставят дефисы. Ну что ж, дефис значит дефис. Хотя по ГОСТу положен тире. Но это не самый страшный момент. В знаках могут быть вот такие вот вещи. Самое главное вот здесь ставить тире, а не дефисы. Да, все-таки в основных знаках точка-тире, все-таки ставить тире, а нужно у нас точка-тире, а не точка-дефис. Но иногда, например, приходится
там, при решении там, каких-то тестов приходится, например, даже пометочку делать, что, коллеги, здесь вставляем вместо дефиса ставим тире, потому что система тестирования, она не воспринимала у нас пробел. Вот, например, вот такая у нас ситуация была. Ну, мы прямо писали, что в реальной жизни ставим тире, здесь используем дефис, ну, потому что иначе никак. Ну, бывают вот такие моменты. Поэтому смотрите. Ну, а в книгах, в монографиях, конечно, лучше использовать тире, а не ставить дефис. Ну, все-таки это ваше лицо, это ваше имя. Даже вот это вот показатель вашей библиографической грамотности как ученого, исследователя, автора монографии все-таки. Не просто какой-то. Но если где-то в учебном пособии или в методичке вас проскочит, ну, прям большой-большой катастрофы не будет. Но лучше, конечно, все-таки тире. Все-таки лучше тире. А, вот. Елена спрашивает, есть ли электронный вариант ГОСТ 2018? Что имеется в виду под электронным вариантом? Если PDF-файл, выложенный где-то в сетях, то да, он есть, скачать его можно и использоваться. Если вы имеете в виду, что какой-то вот автоматизированный вариант, типа набрал в поисковике, а он тебе показал все нужные пункты ГОСТа, и ты перешел, такого пока нет. Ну вот делаю такой ГОСТ-навигатор, пока пытаюсь, но здесь вопросы, опять же, связаны со стандартным формом и использованием самого ГОСТа. Если заметили, они очень так трепетно относятся, и хотя вроде бы под действие авторского права не должны подпадать, но тем не менее там много неприятных историй связанных с тем, что ой, вот вы, кто-то где-то что-то выложил не то, да, на всеобщее обозрение. Поэтому да, PDF-вариантов много есть в интернете, найти можно. Можно посмотреть сайт метрологии, по-моему, там была возможность. Но сейчас они убирают эту возможность скачивания PDF-файлов либо только на их сайтах, а там только кодекс, консорциум кодекс. Раньше было в открытом доступе, а сейчас у них только с 8, по-моему, до 24 часов по Москве можно посмотреть полный этот вариант. Там выложен только кусочек. Скачать его оттуда нельзя. Ну, вот они закрывают везде. А так, в принципе, да, есть и на курсе, да простит меня стандарт информ, но слушателям, я, ГОСТам, это все будет. Мы с ними будем работать. Второй вариант. Схема сетевого распространения. Та же самая статья, но опубликованная в электронном журнале. Все то же самое, только у нас добавляется идентификатор DOI, который мы ставим вот здесь. А, вот, видите? Вот, вот. Здесь пробел, здесь точкой все в порядке. То, что мы исправили в предыдущем описании, да, вот квадратная скобка, вот здесь уже пробела нет, здесь все как положено. Вот сюда вставляется идентификатор DOI перед текстом электронным. Вот сюда, если он есть в самой статье. Это идентификатор самой статьи. И дальше вроде бы мы написали то же самое. Видите, что для печатной версии вот у нас было. То же самое, но у нас добавилась область примечания. И вот сюда мы добавляем данные URL, дата обращения. Хотя бы вот так, минимальный. Но еще в область, примечания мы в область примечания мы еще добавляем это электронная версия или это электронный журнал, либо одно, либо другое. И по описанию составной части ресурса. Вот, Елена, хорошо, что увидели, да, вариант. Все ждала, когда кто же мне скажет, а что там? Вот в этих двух примерах, что там не так? Елена Андрианова, вот как раз про авторов вопрос. Вот мы к этому сейчас с вами и подойдем и посмотрим, что здесь с авторами, что в этих примерах было не так.
Поэтому в скачанной презентации, которую вы взяли в двух рассмотренных примерах, пожалуйста, не забудьте убрать ИДР в квадратных скобках, либо убрать заголовок. Да? Вот в том, что мы с вами рассмотрели, либо так, либо так. Либо убираете в квадратных скобках ИДР, либо убираете заголовок. И вот тогда можно этот пример использовать. Все ждала, когда кто-нибудь спросит. Спросили. Молодец. Основные элементы, которые относятся к схеме библиографического описания составной части ресурса. Обязательные элементы, вот они зелененькие. Основное заглавие сведения об ответственности. Условно обязательные. Сведения, относящиеся к заглавию, если есть. Чаще всего, если мы говорим о статьях из периодического сборника, их там нет. Вид содержания средства доступа, да, чаще всего указываем. И сюда же к условно обязательным, если это электронный ресурс, идентификатор DOI. Вот его перед видом содержания средства доступа указываем. Он тоже относится к условно обязательным, но его лучше указывать. Потому что это тот код, по которому мы можем всегда найти текст статьи, куда бы она ни переместилась в сети интернет. Он привязан к тексту. Адрес URL привязан к месту размещения. Если мы оттуда статью куда-то переместим, по этому адресу URL мы можем обнаружить совершенно другую информацию. А идентификатор DOI привязывается к тексту статьи. Куда бы мы ее ни перемещали, он всегда нам будет открывать эту статью. Вот такая особенность. Поэтому, хотя он и относится к условно обязательным, но если он есть, лучше его указать. И вот здесь. Давайте сразу здесь мы и поправим. Да? ИДР нам нужно? Нет, нам не нужно. Вот мы его убираем. Вот у нас получается статья трех авторов. Точка покрупнее, точка перемещается к фамилии. Вот мы их уберем. Заголовок. Основное заглавие составной части ресурса. Сведения об ответственности. Вот они, три автора, мы их указываем здесь. Если мы оставим ИДР, тогда мы должны убрать заголовок, потому что получается, что у нас авторов больше четырех, пять и более. Вот тогда мы заголовок убираем, и мы оставляем только. Текст непосредственный. Ну и вот вся наша часть, которая заканчивается двумя косыми черточками. Вот они, пять элементов, которые у нас здесь есть. Людмила, библиография в примечаниях, не совсем поняла, что имеется в виду. Если вот здесь, после статьи, если библиография, да, туда. Хотя какая... Что имелось в виду? Да? Библиография к статье, то есть список использованной литературы, если это, то мы его сюда не дописываем. Потому что вот это количество статей, страниц, сюда входит пристатейная библиография. То есть мы смотрим, где находится заголовок самой статьи, основное заглавие, название статьи и последний пункт, пристатейной библиографии к этой статье, вот они входят в это количество страниц. То есть мы его сюда здесь не указываем. Это только библиография в конце там, книги или при статье, страницы такие-то, такие-то, да, это для целого ресурса указывается. Здесь мы этого не указываем. Вот так у нас выглядит. Вот какие элементы по номерам. А, здесь вот три. Давайте тоже поправим. Здесь у нас номер третий. Почему-то второй у нас сохранился неправильно. Третий номер. Вот они. Сведения об ответственности. Так. Три. Вот. Заглавие. А, сведения об ответственности, да. А, нет, все правильно. Все правильно было, не исправляем. Два. Вот, все. Не исправляем. Все. Думаю, почему у меня два, а третьего нет. Заголовок
Основное заглавие составной части ресурса относится к области заглавия сведения об ответственности. Сведения об ответственности относятся сюда же. Третьей области, области идентификатора у нас здесь нет. Но на всякий случай мы написали, где его смотреть. И вид содержания средства доступа, местоположение составной части ресурса. Вот. То есть третьего пункта у нас здесь и не должно быть. Все правильно. Заголовок мы смотрим по ГОСТу 7080-2023. Основное заглавие составной части ресурса, название статьи, вот он, пункт в нашем ГОСТе. И вот какие разделы нам здесь нужны, я вам здесь тоже указала. Вот прям по пунктам, где это можно смотреть в самом ГОСТе. Библиографическое описание, библиографическая запись, библиографическое описание. Но начинаем мы всегда с раздела 7. Пункт 7.2 и пункт 7.4. 7.3 немножко к другому относится. Вот эти два пункта с их подпунктами и здесь также пункты с подпунктами. Смотрим, когда у нас возникают какие-то вопросы. Где это посмотреть? Вот здесь. Вот такой краткий навигатор по ГОСТу. За косой чертой. Все правильно. Три автора. Это к сведениям об ответственности. Сколько и кого здесь мы указываем за косой чертой. Если у нас книга одного, двух, трех авторов, в заголовке один, здесь все три. Если четыре под заглавием и за косой чертой всех четырех. И если пять авторов и более, тогда под заглавием и вот этот и ИДР. И схема библиографического описания составной части у нас будет... Будет выглядеть вот так. Автор, заглавие, сведения, относящиеся, сведения об ответственности, вид содержания средств доступа и дальше пошла информация об издании и страницы, на которых статья расположена. Если один автор, есть вот такая штука, которая касается только составной части ресурса, только статьи. Если у нас автор один, и данные в заголовке совпадают с тем, что приведено в источнике, то мы можем привести вот так. Мы сведения об ответственности можем опустить. Почему мы здесь не написали текст непосредственно? Еще вот сюда, да, во втором примере. Если необходимо и есть требование, чтобы было указано, мы его указываем. Если нет такого требования, да, то мы можем его опустить. Если большинство источников в нашем списке, они печатные. Вот здесь вы имеете в виду, да, Светлана? Давайте поставим. Давайте. С пробелами. Угу. Чтобы он у нас не смущал. И если, но при этом, если у нас авторов 2 и более, мы уже вот этим правилом воспользоваться не можем. Сведения об ответственности мы будем приводить по общим правилам. Точно так же, даже если первый автор у нас указан в заголовке, все равно мы его указываем. Ну вот если у нас 3 автора, вот мы их здесь всех указали. Текст непосредственный мы укажем в том случае, если у нас такое требование есть. Людмила, практикующие библиографы, рекомендуют в примечании указывать библиографию страниц такие-то. Смотря для чего. Да? Для курсовой работы второкурсника надо ли пользоваться этой рекомендацией. Пусть он хотя бы по структуре правильно сделает. Да? Если это для конкретных библиотек, для библиографов, для каталогизаторов, то да, то есть ну, то, что рекомендуется, там более полные сведения. Да, у нас скорее вот про самое простое и основное. Здесь это можно не указывать. Если это есть, но если это указано в требованиях, например, какого-то научного издания, куда вы подаете свою статью, и это приведено в примерах, то тогда да. Потому что ГОСТы это такая штука, где
нет одного жесткого, не везде есть жесткое такое прочтение некоторых пунктов. Да, еще Рубен Эдуардович Саакасян об этом говорил. И каждая библиографирующая организация может свои рекомендации предъявлять, выдвигать либо к своей там, учебной организации, либо к сети, которую они курируют. Да? И в разных библиотеках могут быть вот разные, даже в разных библиотеках могут быть тоже разные требования. Поэтому здесь нужно опираться да, на общие, мы общие вещи рассматриваем и для небиблиографов, для оформления тех же курсовых работ, например, ВКР, там, магистерских или аспирантских. Если вам такую рекомендацию дали для вашей организации, и она там есть, указана в библиографии в обязательном порядке, ну то да, конечно, тогда лучше указывать. Для небиблиографов, как правило, такого нет. Оставляем только обязательные элементы. Еще смотрите, это обязательный элемент или это не обязательный элемент. Татьяна Гаврилова, насколько удачно использовать при оформлении в Word встроенного автоматизированного списка литературы на вкладке «Ссылка», не нахожу последнего ГОСТа в списках «Стиль», а и не найдете. В диссертации семинар. Татьяна, не найдете. Word это вообще чье? Оно чье? С какого перепуга им сдался наш новый ГОСТ? А зачем им вносить какие-то там еще изменения? Оно им надо? Начнем с этого. ГОСТ последний. И вы его там не найдете. Вообще любые вот эти автоматизированные генераторы и прочие, они ориентированы, если там есть ГОСТ, он есть только старый. И то там еще тоже нужно знать правила, как вводить информацию, чтобы не получить полную бильберду. Где чего ставить, какие знаки ставить, не ставить и так далее. Поэтому смотрите, с этим осторожно. Автоматически его лучше не использовать. Потому что вам все равно потом придется переделывать ГОСТ 2018. Но, Татьяна, если речь идет о диссертации, узнавайте у своего ученого секретаря, диссовет, научного руководителя, по какому ГОСТу делать описание. Вот беда в том, что некоторые диссоветы, да, ну, не хочется им заморачиваться с новым ГОСТом, это же методичку надо переписать, да? А по-старому, а делайте по-старому. Но он уже не действует. Уже все перестроено на новый ГОСТ. Уже везде идут по новым стандартам. В ЭБС, в электронных библиотеках, в реальных библиотеках все переделывается, в электронных каталогах. И не только, все переделано уже под новый ГОСТ. И вот это вот, а вы делаете по-старому, как мы привыкли, приводит к тому, что вам придется делать двойную работу. Поэтому, пожалуйста, вот уточняйте, да, по какому ГОСТу вам нужно делать описание. Ну, должен ли быть приказ Минобразования еще по какому ГОСТу? ГОСТ приняли, все, он в действии. Или он не в действии. Это уже методически. В разных диссоветах по-разному. В разных диссоветах по-разному. Где-то уже перешли, где-то еще нет. И про описание составной части ресурса. Поэтому лучше, Татьяна, уточняйте у себя, какие требования они предъявляют вот тот диссовет, где вам проходить защиту. И по видам ресурсов. Периодические и сборники. С периодическим мы практически уже с вами разобрались. С первой частью осталось только со второй. Что писать сюда? Это вот это наша часть. Ой, давайте мы его тоже зачеркнем, чтобы он нас не смущал. Вот. Здесь нас вот это не интересует. Нас интересует с вами, потом вас будет смущать. Нас интересует вот эта часть, вторая. Основное заглавие ресурса, год издания, нумерация. Все. Вот они три области, которые относятся к тому, что мы пишем с двумя косыми черточками, к сведениям об идентифицирующем ресурсе, если мы говорим о периодическом издании. Основное заглавие, пункт 7.3.2.
область публикации производства, ну и пятый раздел, тоже смотрим то, что касается основного заглавия. Область публикации производства распространения, вот оттуда мы берем год издания. Пункт 737.5.5 и нумерация сведения о том, в каком номере, томе или выпуске была опубликована эта статья. Это по пункту 5.9. И вот разделы. Седьмой в первую очередь смотрим. Вот здесь мы уже смотрим пункт 7.3. Если 7.2 и 7.4 касались того, что до двух косых черточек, то 7.3 касается идентифицирующего ресурса. Почему мы его там опустили, а здесь мы о нем говорим. И разделы 5 и 6. Пятый – это одночастный ресурс. И шестой раздел – это сериальный. То, что касается сериальных и многочастных ресурсов. Там есть некоторые моменты, которые можно будет, вдруг могут понадобиться. Да? Ну вот, начинаем отсюда. Начинаем с седьмого раздела. И самое главное. В пункте 7.3.2 нам написано о том, что слова и словосочетания в основном заглавии идентифицирующего ресурса не сокращаются. Исключение только слишком-слишком длинные названия, там слов 15-20, тогда, конечно, да, мы будем сокращать. Но сохраняя логику повествования, чтобы нам этот ресурс можно было даже при сокращении идентифицировать. Ну, а такие названия, как «Труды Московского университета» или «Записки Сибирской академии» или еще что-то, конечно же, мы сокращать не будем. И вот так вот мы писать тоже не будем. Что касается продолжающихся сборников, что касается периодических, то же самое. Поэтому очень часто мы с вами видели в ссылках в Киберленинге, когда вы берете заимствование, там очень часто вместо названия журнала используется акроним. КЭ. Что это такое? КЭ. Что это за название журнала? Что это за сокращение такое? Если мы возьмем, просто скопировав, и потом поменяем точку на точку, тире, и скажем, вот наше описание, то нет, мы должны полностью написать название журнала. Там, креативная экономика. Или ЕГИ. ЕГИ. Что это за название журнала? Это акроним. Они используют, не только они, не только в Киберленинге. Где-то еще мне попадалось тоже так же. Берешь ссылку, а там акроним вместо названия журнала. Обращайте на это внимание. Значит, смотрите, как называется журнал, и сюда записываем полное название этого журнала. Исключение, если только у него есть сокращенное название. И на обложке самого журнала вы можете увидеть, что он называется там «Социологические исследования», в скобочках, например, там «Социс». Да? Вот тогда мы и так запишем. Да, но расшифровку дадим. И это вот то, что касается сокращений. В пункте 7.3.3 про сведения, относящиеся к заглавию самого ресурса, уже самого журнала или сборника и так далее. Они обязательны, если необходимо это заглавие уточнить, если оно типовое и если это электронный ресурс. Например, у нас статья из «Новости образования. Проблемы решений». Что это? Это сайт? Эта статья может быть из журнала? Это может быть сборник трудов или там докладов конференции или сборник презентаций конференции? Что это такое? Что это за новости образования, проблемы и решения? Да? То есть название нам не дает представления о том, что это такое. И вот когда мы делаем описание статей из сборников материалов, мы дописываем вот как раз вот эту часть через двоеточие. Это и есть сведения, относящиеся к заглавию, которые поясняют, что это такое. Сюда мы пишем название сборника, если оно есть. А вот сюда мы тогда поясняем, что это сборник материалов, конференции с международным участием и вот всю информацию, которая нам необходима. Вот это и есть сведения, относящиеся к заглавию, которые его поясняют. Вот в случае сборника нам это нужно писать. В случае журнала мы этого не делаем. Пункт 7.3.8, который нам это разрешает сделать. Мы пишем название журнала, год издания, номер и страница.
У нас исчезло место издания, у нас исчезло наименование издателя, имя издателя. Да, вот то, что мы в обычном библиографическом описании пишем: Москва, издательство такое-то, да, и через запятую год 2018. А теперь у нас от всего этого остался только год. Вот именно поэтому основное заглавие ресурса – год, его номер и страница, где расположена статья. Вот и все. Вот и вся вторая часть, которая осталась у нас для статей из периодических журналов научных. Но есть исключения, кроме случаев, когда необходимо для точной идентификации ресурса. Например, вы увидели, что научный руководитель издается в Самаре, и есть точно такой же журнал, который с таким же названием, который издается в Перми. Вот тогда нам нужно будет здесь указать Пермь или Самара, запятая, 2018 и номер. Пояснить. Особенно, если вы еще из этих двух журналов статьи используете. Да? Года, номера могут совпасть. Поэтому место, да, нужно будет тогда привести. Это исключение. Чаще всего мы с этим не сталкиваемся. Просто указали, да и все. Так у нас может выглядеть, например, описание статьи. Вот. Да, Людмила, текст непосредственный или там текст электронный, как бы факультативные элементы, да, могут быть опущены, поэтому мы их иногда приводим, иногда не приводим, но в требованиях к публикациям, в требованиях к научным работам, к магистерским ВКР, к диссертационным исследованиям, иногда, опять же, библиографирующая организация принимает решение, что мы будем указывать этот элемент. И все. Вот записано это, почему я всегда спрашиваю, методичку покажите, что у вас там написано. Надо писать. И все. Стоит это правило, значит мы его пишем. Не стоит, значит не пишем. Для студенческих работ, для ВКР, очень часто для магистерских, принято такое правило большинства. Если большинство источников печатные, то мы текст непосредственный не указываем. Для электронного мы его пишем. По правилу меньшинства. Если наоборот, большинство электронных источников, тогда их не пишем, а пишем текст непосредственный для печатных. То есть здесь все зависит от библиографирующей организации или библиографирующего лица, которое составляет эти методические рекомендации. Вот оно принимает решение, и оно может регулировать этот вопрос. Да? Включаем мы этот факультативный элемент или не включаем? Для небиблиографов вот эти пояснения, там, визуальные, движимые, недвижимые, вот эти характеристики, которые пишутся в круглых скобках, с которыми мучаются каталогизаторы и библиографы, вам надо замучить студента насмерть. Введите это правило, чтобы он возненавидел библиографию до конца дней своих, чтобы его просто трясло от слов библиографическое описание. Специалистам трудно с этим разобраться бывает. Да? Что за объект, что и как здесь писать, иногда целые консилиумы собирать приходится. Вам надо замучить второкурсника так, чтобы он все эти работы уже просто вот трясло от одного упоминания список литературы. Вот тогда видите. Если не надо, оставьте просто. Даже текст электронный, например, для электронных ресурсов. Ну, как опознавательный знак. Иногда их вообще исключают. Если это первокурсники, если это колледж, если это старшеклассники, вообще можете убрать как факультативный элемент, вы не указываете. Но это должно быть где-то зафиксировано в каких-то рекомендациях, в методическом пособии. То есть это должно быть прописано, потому что он это будет видеть в каталогах библиотек, в каталогах ЭБС. Откуда он эти описания будет тоже заимствовать. Да? И получится, где-то стоит, где-то не стоит. Поэтому вот отрегулируйте в методичке этот момент, да? Будем мы указывать или нет. Поэтому мы иногда его приводим, иногда не приводим, потому что разные ситуации могут быть. И для примера мы просто показываем, где оно может стоять.
И поэтому вот иногда выделяем таким сереньким цветом. Вот, садовая, да, совершенно верно. И вот так у нас может выглядеть, если, например, есть том и номер. Да, через запятую, нумерация, вот сюда она у нас. И инициалы, да, конечно же, у нас перебегают в начало. Самый главный момент, коллеги, обязательно проверяйте издание по e-library или на сайте самого издания. Что это такое? Его периодичность. Периодическая, продолжающаяся, или это вообще сборник. В e-library это легко сделать. Открываем журнал, находим карточку журнала и смотрим тип сериального издания. Периодически. Даже если есть слово «бюллетень», даже если есть слово «записки», «альманах» или еще что-то. Это может не указывать на тип издания. Это может просто быть частью названия заглавия. Но когда мы открываем этот «альманах», который, в принципе-то, а он периодический. Да? Или там записки, вроде бы это продолжающийся сборник, да? Там труды, записки, как правило, они идут как продолжающиеся сборники. Но открываем, а оказывается он периодический. Они могут менять свою периодичность. Поэтому проверяйте обязательно либо на сайте самого издания, какой он сейчас, или тот номер того года, каким он был, да? Если там изменение отметки у изменения периодичности. Или на сайте e-library смотрите, какое это издание. В данном случае бюллетень, это обычно, значит, мы делаем описание, как на обычный журнал периодически. В противном случае нам придется делать, смотреть, если он продолжающийся сборник, тогда нам придется делать на него как на продолжающийся. Там есть свои нюансы. И одночасный ресурс, сборник материалов, который выпущен у нас отдельным томом под конференцию, даже не отдельным томом, а отдельным изданием, да, под конкретную конференцию. И вот вторая часть нас сейчас интересует. Да, вот это, за двумя косыми черточками. Как сделать описание здесь? Что сюда входит? Основное заглавие ресурса сборника, вот оно там, например, основные задачи их теологии на современном этапе. Потом мы помним, должно быть пояснение, что это. Это сборник, это материалов, докладов, презентаций. Это просто какие-то доклады. Что это такое? Вот они, сведения, относящиеся к заглавию. Сборник материалов 6-й научной конференции с международным участием написали. И место, дата проведения этой конференции. Не публикации сборника, а место проведения конференции. Вот оно, одним цветом все выделено. Москва, 27 декабря 2023 года. Вот мы написали. Косая черта под... Здесь точка сокращения. Если написали полностью года, тогда у нас без точки будет идти просто пробел и косая черта. Сведения об ответственности самого сборника. Если есть... Под редакцией, научный редактор, главный редактор, ответственный редактор. Ну, запишите его сюда, да, в сведения об ответственности. Либо иногда записывают издающую организацию. Но так как авторов у них нет, у этого сборника конкретного, или там 5-6, их очень много, всех же мы сюда писать не будем. Поэтому вместо первых сведений об ответственности мы можем использовать вот это сведение. Под редакцией, кого вышел этот сборник. Место издания. Издательство. Год. Страница. Местоположение составной части. Вот они здесь, да, сюда. Но они относятся к этой части, поэтому мы их не рассмотрим. Смотрите, что здесь мы еще можем исключить. По пункту... И 7.6. Вот отсюда может быть исключено издательство. То есть у нас останется Москва, запятая, да, с предшествующим знаком, исключаем элемент, 2019 и страница. Вот если на составную часть ресурса, то вот таким образом мы можем делать. Остается место издания, год и страницы, местоположение составной части ресурса.
Вот как, например, вот здесь, да? Ну, вот издательство, да, мы можем вот эту часть опустить у вас, у нас с вами. Вот. Здесь вообще двоеточие у нас, да, вот мы его убираем. И у нас остается Санкт-Петербург, запятая, 2017 и страница. Томск, 2007, страница. Так как у нас идет составная часть. Вот это можно делать. И смотрите. В сведениях, относящихся к заглавию, почему в одном месте у нас идет Санкт-Петербург, вот это в скобочках, а вот здесь у нас идет все через запятую. Запятая Томск, а здесь у нас круглая скобка Санкт-Петербург. Почему так? Где правильно? Ошиблись ли мы где-то или нет? Что у нас здесь за история? Почему так? Кто в курсе? Почему мы такое указываем? И как правильно указать? Для сборников материалов конференции. Вот вы можете встретить и то, и другое описание. Это зависит от того, как написано на титульном листе. Есть два варианта. Пункты ГОСТа, которые касаются этой темы. Да, как указано в источнике. Вообще-то принято указывать через запятую. И вот пункты «но». Если в источнике стоит вот так, вот мы специально этот пример раскопали, да, про экологию ландшафта, вот, который приведен даже в самом ГОСТе. Тезисы доклада Всероссийской конференции в скобках «Иркутск» и в скобках, тогда записываются в скобках. Если же они выделены каким-либо другим полиграфическим способом, либо никаких знаков не стоит, тогда указывается через запятую. Вот два варианта, которые могут быть. И пункты ГОСТа, которые к этой теме относятся, к этому вопросу. 7, 6, 6, 5, 2, 5, 1, 5, 5 и 5, 2. 5, 5, 1, 5, 5 и 3, 7. С примерами, с описаниями и с разъяснениями, как и что делать в этом случае. Но для себя запоминаем, что если никаких знаков нет, то через запятую. Если стоят скобки, то как указано в источнике, так мы и приводим. Указаны скобки, значит приводим. И номер DOI. И вот эти вот пункты прям на заметочку себе возьмите. Если вдруг еще что-то обнаружите, касающееся этого элемента, пожалуйста, тоже дайте нам знать, где вы чего нашли. Мы пока нашли вот такие вот пункты, которые могут относиться к этой теме и которые могут быть полезны, когда мы думаем, как здесь написать. То ли так, то ли это. Ситуации могут быть разные. Да, поэтому вот как сориентироваться в ГОСТе. И DOI. Что касается местоположения и использования идентификатора, это пункт 7.2.1.7 в ГОСТе 2018. Вот его место, мы уже с вами его нашли, где оно находится, вот здесь. Но есть у нас еще новый ГОСТ. По электронным ссылкам, по ссылкам на электронные документы сетевого распространения, там название более длинное, просто немножко сокращаю. Да. 7.0.108. И вот там есть пункт 5.3.6, который нам тоже может быть полезен. Поэтому посмотрите этот пункт тоже. Он действительно может быть полезен нам для оформления, для использования идентификаторов DOI и для каких-то пояснений, когда мы делаем описание на статьи. Либо мы указываем так, либо мы указываем вот так. Но мы используем только один DOI. DOI может быть у статьи и DOI может быть у сборника. Мало того, DOI может быть у журнала, DOI может быть у книги. И DOI может быть у отдельной главы книги и даже у отдельного рисунка. То есть этот идентификатор цифрового объекта, который может быть присвоен любому объекту,
Любой график, схема отдельно. Ну, вопрос цены, поэтому пока мы с таким, не знаю, может быть, кто-то и сталкивался, я пока нет. Но вот статье и сборнику могут быть присвоены два разных DOI. Так вот, в одном описании по новому ГОСТу 22 года по ссылкам на электронные документы там написано в пункте 5.3.6, что два DOI не используются либо на статью, либо на сам сборник. Куда его писать? ГОСТ 2018 DOI пишется до двух косых черточек перед текст электронный. Да, вот сюда мы его записываем. Это статьи. DOI в конце описания относится к самому идентифицирующему ресурсу. То есть это уже DOI самого сборника. Не статьи, а сборника. Вот можно разные вариации встретить сейчас и так, все дои пишутся, все в конец, не в конец. А по пункту 5.9 это все в конце описания. Но вы посмотрите, седьмой раздел того же ГОСТа. Да, в конце описания составной части до двух косых черточек. Вот 7.2, где они разбирают как раз вот эту первую часть, вот там про дои и сказано. Вот здесь его место, потому что он касается статьи, он относится к статье, а вот это DOI уже самого сборника. Если вы вот по этому индексу наберете и перейдете там через DOI.org или даже через просто поисковик, вы найдете статью. Если DOI сборника вы поставите, то откроется оглавление, там титульный лист всего сборника, не самой статьи. Он найдет вам сам сборник. Ну и, наконец, наш последний вот этот пример, который мы с вами на самом начале был, креативная экономика и статья. Да. Оказалось, что это одно и то же описание. Две части просто они каким-то образом разделились и превратились в два совершенно разных описания в списке. Пришлось уточнять у автора, потому что вот здесь, может быть, имелась в виду совершенно другая статья. Но вот эта статья была опубликована как раз в номере, в томе 15, номер 6 этого журнала. Оказалось, что нет, это все про одну статью. Ну, то есть вот такой кейс пришлось немножко решить. Как проверить, как найти и как с этим делать? Конечно, можно найти креативную экономику, том 15, номер 6. Разные варианты могут быть через e-library, через сайт издания самого журнала, либо через киберлинку. Ну вот, например, один из вариантов. Мы заходим в киберлинку, в поиск набиваем название статьи, набираем, видим, да, вот он есть, вот приведено данные. Вот оно, цитирование, которое можно потом превратить. И вот так оно будет выглядеть, да, цитата по ГОСТу. Но опять же, не по ГОСТу библиографического описания, а по ссылке. И смотрите, вот он, акроним. Видите, за двумя косыми. Почему очень опасно брать готовые описания? Нужно перепроверять. Вот здесь используется акроним. КЕ 2021 номер 6. Что за КЭ? Вот так вот вы вставите в свой список, вы потом сами забудете, что это за КЭ. Вам придется искать. А это, мы помним, основное заглавие идентифицирующего ресурса мы не сокращаем, пишем полностью. Чуть ниже, в самой статье, если мы пролистаем, вот здесь, чуть ниже, начинается текст самой статьи, и вот такая вот карточка, да, выскакивает как бы краткое описание, о чем здесь аннотация, да. И мы видим год и полное название журнала. Вот оно. Там можно поставить сюда, переделать под наши требования, под методичку, что написано там в шпаргалке, в шаблоны, и у нас получится уже получится какой-то вариант. Можем посмотреть дальше. Да, вот так вот написано, вот оно. Вот оно у нас здесь написано. Журнал, акроним, на том же сайте Киберлининки. Да, информация о журнале, ее можно собрать здесь. Есть печатный, есть электронный и ССН. На него обращаем внимание. Это значит, что уже журнал выходит и в печатной, и в электронной версии.
Значит, вам нужно указать. Либо вы его указываете как электронная версия журнала, тогда мы это дописываем в примечание, электронная версия, и указываем URL. И вот эти слова перед URL. В 2018 в гости этого нет, а в гости по ссылкам на электронные ресурсы это есть. На курсе мы это разбираем с этими примерами. Если мы эти волшебные слова добавляем, то это значит, что мы сразу видим, что у журнала есть еще и печатная версия. Почему это бывает важно? Вы отдаете свою статью в какое-нибудь научное издание, а вам ее возвращают обратно, говорят, у вас слишком много электронных ресурсов. Вы говорите, ну это же научный журнал, ну просто я его читал, ничего не знаю, слишком много электронных ресурсов. Убирайте, либо мы вашу статью не публикуем. Так вот, если у вас есть волшебные слова, электронная копия печатного издания или электронная версия журнала, вы можете очень быстро сказать, окей, не ссориться с издательством. Я не знаю, почему такие требования. Я не знаю, почему это... Ну, может быть, там свои какие-то есть резоны у издательств. Скорее всего, это так. Не просто же так они придумали это. Видимо, к ним есть какие-то требования, поэтому они их предъявляют и к автору. Но если нам срочно нужна публикация и нет времени разбираться, вступать в переписку, мы говорим, окей, мы просто... заднюю часть хвостика, там, где URL, дата доступа, можем откусить. Но это мы можем сделать только в том случае, если есть печатная версия этого же издания. Или это републикация, то есть электронная копия печатного издания. Он не выходит в электронном виде, он просто выложен на сайт, но он выходит, и все данные у него, как на печатное издание. И вот тогда мы это можем сделать. И быстро вы это можете сделать, если у вас эти слова написан в библиографическом описании. Если их нет, вам придется каждое издание заново вот так поиском проверять электронные. Лучше сделать в самом начале, когда мы только-только начинаем работать с этой статьей. Да, взять на заметку и дописать эти волшебные слова. Чего как дописывается, это мы в мастер-классе и на курсе будем тоже разбирать и с этим работать. Вот про републикации, про электронные издания и версии, вот с этим мы будем очень разбираться. Целая практика у нас на это тоже будет. Мы можем остановиться вот здесь, да, на этом поиске. Но еще лучше проверить по e-library. Потому что части данных, которые нам необходимы, мы здесь можем не найти. Либо начать проверку журнала сразу с e-library. Открываем каталог журналов, набираем название журнала. Если у нас было в описании КЭ, и мы понимаем, что это взято в адресе откуда-то из Киберлининки, зайдите, найдите, что это, расшифруйте этот акроним и поправьте на полное название журнала. Вот мы его нашли. Находим, вводим поисковик. Находим, открываем карточку журнала. И видим тип сериального издания периодический. Отлично. Способ распространения в печатном и электронном виде. Вот, два ССН. Вот у него электронная версия, вот и ССН печатной версии. Кстати, добросовестность, добропорядочность журналов можно проверять еще по этим ИССН. Да, все ли там в порядке. И вот мы информацию для идентифицирующего ресурса отсюда уже собрали. Мы уже знаем, что это периодическое издание. Значит, мы пишем название журнала, год, номер. Он выходит в печатном и электронном виде, значит, мы напишем, что это электронная версия издания, и укажем URL, если мы его читали вот в электронном виде. Дальше, что еще есть здесь полезного? В e-library вот эта правая панель инструментов. Вот по ней мы знаем, какой том, номер, год у нас указан, там 2021, 15, номер 6, да? Том 15, номер 6. Вот мы открываем инструменты, смотрим года, открываем 21 год, вот он, том 15, номер 6, там опубликовано 27 статей. Переходим туда, и вот мы находим статью. То есть в одном ресурсе, в e-library, мы проверили и само издание, и наличие статьи, и установили еще на каких страницах она опубликована.
Вот количество страниц меня немножко смущает, хотя журнал какой-то впечатанный в электронной версии, но в данном случае, смотрите, 2485-2500. Представляете себе печатное издание? Да? Вряд ли. Значит, в данном случае вот так просто взять и схитрить, откусить кусочек от электрона, с электронным адресом и датой обращения, нам придется, наверное, страница вводит, такое количество страниц вводит в сомнение. Скорее всего, нам придется печатную версию все-таки найти, открыть и посмотреть, есть ли там эта статья, действительно ли там такое количество страниц, и выходит ли он в печатном виде, вот, как взять в ручки, почитать. И указать тогда те страницы, которые указаны там. Я что-то сомневаюсь, что там более 3000 страниц, это какой же том должен быть у журнала-то? Наверное, что-то не так. Наверное, может быть, там и какая-то другая нумерация. То есть это надо перепроверить. А вот для электронной версии все, мы даже количество местоположений составной части ресурса спокойно можем указать. И вот на сайте, если мы перейдем на сайт самого издания, это вот по e-library. То есть несколько вариантов, несколько точек, откуда мы можем получить информацию о статье и о журнале или о сборнике. Это e-library, это Киберленинка и сайт самого издания. Вот на сайте самого издания мы видим. Да, два номера указаны. Пояснение мы даже нашли, смотрите, научно-практический журнал, да, не просто журнал, а там, научный, а научно-практический. Значит, в сведения, относящиеся к заглавию, мы можем еще дописать креативная экономика, двоеточие, научно-практический журнал, да, и дальше сведения. Том номер, да, том есть. Смотрите, еще такая история. Вот здесь есть там том и номер. И даже на самом сайте издания мы это можем увидеть. Но нумерация и здесь совпадает с нумерацией в e-library. Но не всегда это так. В самом издании могут идти только номера, а в e-library они будут объединены. Том-номер. Поэтому перепроверяйте еще по самому сайту издания. Там нумерация это как идет? Просто номер или написано том-номер? Да, тогда мы их будем указывать. То есть вот это еще нужно будет смотреть. И дальше по списку мы находим, да, вот статья, вот страницы, можно открыть и даже скачать. И вот, смотрите, еще важный элемент, то, чего мы не находили в предыдущих статьях. И в e-library мы не могли найти эту информацию, потому что, видите, здесь значок скачивания не зеленый. Если зеленый, это в полнотекстовом доступе, мы можем открыть и прочитать. А здесь они желтенькие, то есть здесь введены ограничения, мы не можем скачать, воспользоваться этой статьей, там открыть, прочитать ее в полнотекстовом доступе, она нам недоступна. А вот на сайте издательства она доступна. По крайней мере, мы видим ссылки, мы видим номер DOI. Вот мы его отсюда можем взять и добавить к себе в описание. И вот всю информацию мы собрали. И тогда у нас будет выглядеть статья, описание вот таким образом. Автор, название статьи, два автора за косой чертой, номер DOI, текст электронный, креативная экономика, название журнала, научно-практический журнал, мы пояснили, что это такое. 2021, номер, том, номер, страницы. Указали как для печатной версии, а вот дальше мы ставим точку тире и пишем электронная версия журнала. Это значит, что он выходит и в электронной, и в печатной версии. В случае чего мы вот до сюда, до страниц, можем вот эту часть откусить, и у нас получится нормальное описание печатного издания. Если в научном журнале с нас это потребует, что у вас слишком много электронных ресурсов, ай-яй-яй, уберите. А мы не можем убрать, у нас на этом вся наша статья подстроена там, на каких-то положениях. Вот если есть электронная версия журнала, эти слова обозначают, что есть и печатная версия журнала. Тогда мы это можем вот такую хитрость сделать. URL, дата обращения или для научных журналов, для электронных научных журналов допускается заменять дату обращения на дату публикации. Тогда мы после URL ставим точку тире и дата публикации приводится. Ну, в данном случае ее не было, поэтому мы пишем дату обращения. Ну, если можно установить эту дату публикации, если нет,
оставляем дату обращения. Вот мы переделали вот то самое описание, которое у нас было вполне даже такой удобоваримый, удобо воспринимаемый вид. Согласно вот той схеме, которая у нас есть. Здесь есть и сведения о составной части, сведения об идентифицирующем ресурсе и примечания. И вот мы дописали. В каком случае писать электронная версия, электронная копия или электронный научный журнал у нас пишется немножко в другое место. Вот это мы на курсе тоже с вами все разбираем. Ну и если для печатной версии, вот то, о чем мы с вами говорили, мы откусили кусочек, но страницы надо уточнить, действительно ли те же самые страницы. И если он выходит в печатном виде, то может быть, там другая нумерация страниц. Вот это вопрос, который все-таки у нас останется для печатной версии. В некоторых случаях этого не требуется. Иногда печатная и электронная версия, они абсолютно идентичны, дублируют друг друга, и нумерация страниц там нормальная. С 14 по 28. Тогда мы можем оставить и уже перепроверять не нужно. Ну и вот примеры описания, которые у нас остались, это вам на разминку, на поиграть и привести их тоже в хорошее нормальное состояние. Вот они у вас остаются так, на домашнюю работу. Если будет интересно, может быть, с ними позаниматься. Всем счастливо, всем удачи, еще раз всех с Новым годом, всем большое спасибо за сегодняшнюю встречу. И пусть все мечты исполнятся, а Новый год будет только удачным и счастливым.